Сотрудники полиции готовы усмирить нарушителей с помощью новых камер видеонаблюдения. Их установят на самых проблемных участках трасс края и Барнаула. Об этом сегодня заявил начальник краевого ГИБДД. Самыми аварийными участками федеральной дороги Р-256 или иначе Чуйского тракта считаются отрезки в Косихинском и Троицком районах. Именно там, по статистике, происходит больше всего ДТП, зачастую со смертельным исходом. Первое место в этом рейтинге по-прежнему у краевой столицы. Это более 50 опасных перекрестков. С нарушителями сотрудники ведомства пытаются бороться в том числе с помощью камер видеофиксации. Так, за два последних года с помощью современной техники было выписано более 55 тысяч штрафов. Общая сумма за все виды нарушений ПДД только в 2018 году оказалась равна почти миллиарду рублей. Это несмотря на то, что, по словам руководителя ГИБДД региона, в последнее время количество аварий пошло на спад. В 2018 году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, при снижении общего количества ДТП на 18% доля таких ДТП, в которых сопутствующим фактором явилось управление транспортным средством в состоянии опьянения, снизилась и составила всего 10%.